Всем салют, с вами студия UCC, у микрофона Шейл, Сайбер Golden Голден Лига продолжается, летим в плей-офф и Нави Джуниор против Лилмик сегодня у нас будут играть, начнем с карты Де Инферно, это пик, соответственно, шведов, и на котором Квикс и компания будут начинать в атаке, соответственно, есть один игрок в роли саппорта, Смок, Волошка и Хае, и, соответственно, дефолтный бай от Нави Джуниор, которые недавно обогатились составом, так скажем, когда пришел сюда Моноси, собственно, очень неплохие результаты в последнее время начали показывать, есть инфа от Моноси соответственно, ну а, ребята, его тиммейты летят уже на банан Прилетает неприятная хаешка И топо пока что решил с тиммейтом поиграть чуть пассивнее Бит собрал он фусмидла И очень интересно, осели шведы пока что на дуге Никуда не спешат При этом при всем активно действует еще и свет По направлению апартаментов То есть пока э, немного вроде шведы засели Но сами по себе очень много информации по карте собирают И самое главное, что вряд ли вот так вот топорно на одну из точек пойдут Ну а если пойдут, то на базе боя ждет достаточно жесткое укрепление И этот капкан может захлопнуться, если они двинутся сюда без доли информации по оставшейся карте. А пока что Свет через Болер опять же действует. Ну и решили просто застакаться здесь втроем. Если повезет, все отлично, примут. Если нет, то в принципе два игрока и на точке А могут неплохо себя показать за счет в принципе неплохих позиций ребра взяли под контроль, соответственно, есть небольшое количество гранат в виде смачка и флешки. это сплит база Б, причем очень неплохо, тут, конечно, бита сгонит просто моментально толпа оппонентов, ну как толпа, для него и двоица толпа, соответственно, его без проблем задавили, запустили уже СВД достаточно далеко, и за двух сторон будут окружать базу Б, правда, для Нави Джуниора это не, виз... не, великая проблема, с учетом того, что их тут трое, а время это поджимает, и 30 секунд остается. На самом деле, тут господаров чекает банан сейчас, обходит его в спину, и очень важная перестрелка именно от него, но не ждет оппонента а со спины. В итоге должен быть минус от Сведа. Нет, тут-то был, господаров. вешает хэд с разворота. И в дальнейшем при хороших позициях должен Капача жить, но ему также вешают хэдшот от Бикью И в дальнейшем ретейк ситуации 2 на 3. Это бит плюс Моноси. Какие-то, я так понимаю, где-то в направлении гробов лежат. Их, в принципе, не проблема подобрать. Главное пробраться как-то и уничтожить игрока за гробами. Он, пожалуй, здесь самый опасный. Но в дальнейшем все равно будет тяжело за счет того, что нету смока. То есть банан никак не отзонить. И вот этот вот Проворливый сак, по идее, будет открываться и всегда мешать выходу на ретейк, но Quick CBQ и без него справляется Вот эти хороший раунд от шведов, несмотря на хорошее укрепление от Нави Джуниор на базе Б. Справятся с ними получилось, причем выход изначально это был 4 на 3, то есть они одного игрока там потеряли на длине, и это ничуть им не помешало. Ну, скорее всего, я думаю, если бы здесь сыграл, возможно, чуть лучше, опять же, игрок как раз-таки навид Джуниор в лице Господарова, и не стал бы чекать банан вместе с тиммейтами, а принял бы лонг, потому что, ну, была по нему все-таки информация, все, мэйби получилось бы немного и пошло по другому сценарию Но так на Джуниор форсят Это 4 дигла, есть чешка И в принципе небольшое количество гранат И отбито уже прилетает хедшот по Сведу Падает один из, ну, соответственно, шведских игроков При том, что шведы потеряли на ровном месте своего тиммейта Не захватив ни угла, ни одного миллиметра позиционки И в дальнейшем придется пробираться через вот эти диглы От того же бита, который явно на один килл здесь рассчитывать не собирается и идет за вторым, соответственно. Но и двигается в направлении точки А. Пока что там большинство коллектива вид Джуниор. Позиции неплохие, так еще и смоки бесконечные, которыми можно пользоваться all тайм соответственно, зонируя просто игроков, чтобы те не сумели пройти и занять данную позиционку на раннем тайминге. По идее, надо с двух сторон все это дело зажимать, на самом деле. То есть одного туда на винты пустить, другой запрыгнет с балкона, и тогда вообще позиция бита, ну, сори, она будет слишком уязвимой. Но при этом, если пойдут вот так топорно на точку А через ребра, то тут будут проблемы. Смог полетел, через него попытка выйти. А тут как тут господаров. ух, сколько же спин, но не летит. Стреп по стребе. В итоге Будемастер с ним справляется. МБК также дает минусы на точке. А всего лишь один минус. И что-то мне подсказывает, что всех он не заберет. Да, один минус есть, но этого однозначно мало. Точка захвачена. И в дальнейшем ретейк абсолютно бесперспективный, если счет того, что тут просто пистолеты, нет китов, так еще идеальные позиции от Лилмикс. Посему попытаются найти килл, конечно, копачи и топа, но, скорее всего, Лилмикс здесь заберут и второй, и третий раунд для себя. Касаемо пиков, взяли, получается, шведы для себя как раз-таки Инферно. Ну, одна из лучших мап для, в принципе, шведской сцены в данный момент, поэтому почему нет? В дальнейшем мы посмотрим на, соответственно, Даст 2. вот Нави Джуниор, где, на мой взгляд, будет проходить самое-самое интересное, потому что, ну, Инферно тут понятно, шведы сильные, Нави Джуниор с неплохой статой, возможно, покажет борьбу, но по логике вещей здесь, естественно, Куикс и компания должны быть посильнее. Вот на Дасте будет самое интересное, потому что и Даст играют шведы весьма неплохо, и Нави Джуниор эту карту тоже мы нет время от времени. Вот. Ну и столкнемся еще и на вертига, возможно, если до третьей мапы, в принципе, дело дойдет. Имеется, к тем временем квикса. и самое время набрать те самые ресурсы, необходимые для снайперской винтовки, допустим с учетом того, что на его там раунде ничего не будет. Ну как, есть два дигла, гранаты, но это явно не панацея, и тут как-то Люмикс должны легко с этим справляться. Копач одного отправляют на точку, а прибегает к нему еще и тиммейт, и ничего активного здесь не будет, скорее просто какие-то пики, и, по идее такой раунд должен очень легко для Люмикс, естественно, заходить. Ну вообще, Конечно, Нави Джуниор большие молодцы за задумки, и вот в плане раундов очень классно, когда команда что-то интересное придумывает, потому что ты из минимального количества ресурсов должен, по идее, каким-то чудом выловить максимум импакта, тут и гранаты какие-то ребята закупили, попытались пик на банане сделать, но не вы, для Лилмикс, по идее, это должен быть легкий раунд, с учетом того, что на раннюю агрессию они не повелись, а принять как-то в сайте будет очень тяжело, надежда только на какую-то угадайку, чем Нави Джуниор занимается. Укрепляется сейчас на точку А, и пока что Лилмикс двигается именно в этом направлении. Если вот так опорно пойдут на эту точку, тут, конечно, 5 игроков справляться должны. С учетом того, что топо вместе, с тиммейтом еще инфу пошли собирать, ух, не попадает, но в этом ничего страшного нет, потому что он тем самым байтит. Но того самого копача, который справляется с оппонентом, еще сильно накалил Аквикса. И Вот уходить на базу бы крайне опасно. Иса, конечно, дает свой минус, но тем не менее, 40 секунд. Назад поворота нет. А вот выходить на точку А все еще опасно. Разбирается с позиция апартаментов молодости. Теперь автомат Калашникова в руках и, по идее, в сайт уже играть и защиты никого не пустят. Главное, забрать бик это удачно получается, и в дальнейшем Квикс, конечно, здесь фармилка явно ничего не сделает. Ну, максимум один минус, а в дальнейшем должны его разменивать. Убита шикарная позиция, тиммейт его страхует, всего лишь 25 секунд, и вантап четкий по голове. Замечательная работа отбита, в первую очередь, будучи с Юспа, нашел даблкил, и на вид джуниор в ситуации, где у них не было абсолютно никаких ресурсов, раунд все-таки забирают, и, возможно, вот эти поспешные выводы Квикса и компании будут им потом в страшных снах сниться, с учетом того, что сейчас у них было все на руках, могли выходить на счет 3-0, а по итогу проигрывают пистолетом. И бай теперь у оппонентов намного-намного интереснее. Тут тебе и снайперская винтовка у Господарова, и трофейный калаш, и в принципе по гранатам все намного-намного лучше, нежели у Люмикс, у которых денег, ну прям говоря, на полноценный бай не хватило. Зато хватает ресурсов, чтобы Господаров здесь задушить. Слишком активно он открывался, чуть было не добили его. Но, с другой стороны, пока он активничает в мидле, тиммейты тоже зря времени не теряют, захватывают банан. С помощью хаешек прогоняют на всякий случай игрока за деревом. Ну и под смачок здесь одного и моментальную хлупу отправят на точку. А где Бики уже пытаются, кстати говоря, энтри фраг найти. Но там играет господаров. Снайпер, по идее, под такой подставляться не должен, да. Ну и за счет того, что взяли банан под контроль, имеется возможность копачи здесь оставить одного, так как он на дальней позиции. И в дальнейшем обороняет точку А, будучи вчетвером. Предыдущий Следующий раунд, я напомню, Нави здесь были в пятером с пистолетами, и от Lumix осталось, не осталось ни следа. В этом раунде с девайсами они, по идее, эту атаку должны потушить без каких-либо проблем. Ну и шведы решили играть немного похитрее. Отправляются на дугу, собираются прогнать отсюда копачи. Это неплохо сработало. Э, теперь к нему должен перетягиваться господаров. И в теории можно немного пофейковать, растянуть как-то оборону и попытаться где-то выйти возможно, на одного упорника. Ну, хлопа слишком долгая, Капачи здесь остался один. И на самом деле, вот эта домовая завеса это ничуть не стена. И в теории Лилмикс смог спокойно под одну флешку ворваться, истребить единственного опорника и поставить бомбу, соответственно. А вот и флешка полетела. Господаров успел стянуться, но, получается, сразу же по голове и Копачи в темке. Его также легко проходят. Ну и в итоге, за счет того, что позиции были далеко не самые лучшие на Виджуниор для приемки, Лил Микс легко с этим раундом разбираются. И надо сказать спасибо топе компании, что они хотя бы смогут вот эти три девайса унести в следующий раунд и, возможно, от них уже закупиться. Ну, для шведов, как мы видим, это не составило особых проблем, да, проиграли против пистолетов, но тут же показывают, что это лишь случайность, и, в принципе, без каких-либо проблем они готовы возвращаться в эту игру сразу же после там отдачи, собственно, экономического раунда. Причем снайперскую винтовку, кстати, захватили, что тоже немаловажно, такой достаточно халявный приз, грубо говоря, потому что до него Люмикс бы копили достаточно много ресурсов, пришлось бы раунда 2-3 экономить деньги, а тут на тебе, и снайперская винтовка просто легко падает из оппонентов, как и третий раунд для шведских команд. Причем они выживают еще вчетвером. Соответственно, буст по экономике тут весьма-весьма годный должен быть. Касаемо коэффициентов, кстати говоря, на эту карту они примерно тыковы на данный момент. Ну, тут как бы пик шведов, поэтому неудивительно, что Сайбербет выделяет фаворитом, соответственно, данную команду. Но при этом при всем у Нави все еще есть шансы, естественно. Их никто не отменял. И если этот раунд возьмут, допустим, сломают экономику, то в теории по счету могут сравняться. Снайперская винтовка появляется вновь у Господарова. В предыдущем раунде импакта он не нашел. Будем надеяться, что в этом что-то да покажет. Причем забавно, что Нави каждый раунд ходит 3Б на ранней стадии, чтобы захватить банан. У них это успешно получается, но просто когда вы идете а, в треем на Б, у вас игроки по точке А должны, по идее, разыгрывать более пассивно, дабы не подставляться Потому что очень часто можно увидеть те же раунды от Гамбит, да, допустим, на Инферно, когда тебя понимают, что оппоненты на ранней стадии находятся под базой Б и, соответственно, влетают на точку А Если вот так агрессивно будет выступать Бит в каждом раунде, то рано или поздно ему может перелететь по голове при этом шведы решили пойти по достаточно простому пути, то есть отдают банан, так захватим апартамент взамен, в принципе неплохо, и в дальнейшем могут дугу перезанять на наиболее позднем тайме, с учетом того, что там топа красный, я так понимаю, его снайпер уже подбил немного, и, соответственно, в дальнейшем стоять он здесь долгое время не сможет. Господа, Араб вышел на пик неплохо, Исака пробил хаешкой, да неужели добьет его? Нет, накоцал другого оппонента, тем не менее замедлил тем самым очень сильную атаку, но Лилмикс на этом явно не остановится, прокидывает флешки, занимает 20, и в через смоки попытаются просочиться через того самого Моноси. Флажки полетели, Моноси, врыв, есть минус. Тут же размена от Исака и господаров, ух, опять без импакта в раунде останется, по всей видимости. Вот тут должны зажимать и легко проходить. Живет, конечно, бит, но ненадолго его хватает. И мы видим, что, в принципе, шведы, как только добираются до сайта, у них проблем особых нет. И пока что единственный раунд, который Нави Джуниор взяли, они взяли, грубо говоря, за счет угадайте. То есть, да, угадали, встали в пятером на точку А, им повезло. Но в дальнейшем мы видим, что звенья особо не работают, пока что ш... не работают, пока что господаров себя, ну, не может банально на карте найти, он и под 2 зуба перетягивался, особо импакта от него не было в этом раунде, как бы, ну, попадание и все на этом, естественно, от опорника точки А, именно от снайпера хочется видеть зачастую побольше. Где Ункер? А Ункер сейчас находится, насколько я понимаю, в... возможно, в Нави Янг. Ну, вообще, в составе он прописан у Нави Джуниор. То есть, по идее, в этом составе он все еще состоит. Просто, ну, как бы у Нави сколько получается? Там три состава. Еще и там дополнительно куча запасных игроков. То есть, грубо говоря, там сетап-то достаточно велик. И я так понимаю... А Ункер, кстати говоря, играл в какой-то момент на месте Господарова. На месте Господарова, да, он пришел. Насколько я помню, он на по-моему, играл в роли снайпера. Неплохо, кстати говоря, справлялся. То есть, хотя Ункера, честно говоря, основным снайпером непривычно немного было видеть. Но, тем не менее, вот сейчас, насколько я понимаю, его либо в Нави Янг отправят, либо вот Нави Скорее всего, Нави Джуниор уже сформирует до конца. То есть, я думаю, Моноси тут уже должен оставаться 100%. Слишком хороший игрок. Я не думаю, что там в Нави Янг его стоит откидывать. Не то, чтобы там прям мега нестабильная Команда, но тем не менее, в Нави Джуниор ему явно повеселее, поинтереснее. Тут и инвайтов, большие турниры а, круче. Явно игрок этого достоин более чем. Ух, жесткий по прилетает. Попытка забрать девайс тоже не увенчался успехом. Проклятие, к сожалению, Фамаса настигло еще и Моноси. И в дальнейшем, господа, все-таки дает размен, будучи с пистолетом. Но мы-то понимаем, что это экран от Navid Junior. И максимум, на что они в этом раунде могут надеяться, это просто выбивание каких-либо девайсов. Что, в принципе, повезло с одним из игроков, но далее ходишка подбита и вообще его не дамажат. Это магия, конечно, гранат в Counter-Strike, когда ты просто рядом с оппонентом прокидываешь, там, минус 10 ему сносят, а когда она вдали от тебя, она может взорваться и 50 хп тебе снести. Забавная такая ситуация время от времени действительно возникает. Но, тем не менее, в данный момент пятый раунд берут у себя Лилмикс и, по идее, должны без проблем и на буст экономики выходить. И, в принципе, на ведь Джуниор не надо забывать о том, что они будут закупаться под ноль, и, соответственно, каждое поражение будет удваиваться. Проиграют следующую, улетят там, ну, на 6-1, возможно... Нет, не на 6-1, на 7-1 даже улетят, скорее всего. Поэтому это крайне опасно, и мне ребятам сейчас стоит вообще подумать, возможно, даже паузу взять на тем, что делать в этом девайсном раунде. Наверное, что Моноси много денег накопил. То есть это либо будет навик для господарова, либо Моноси, в принципе, сам с АВП откатает, что было бы тоже весьма неплохо. Нет, дропает господарова все-таки. Но оставляет себе немного денег про запас. При этом левый закупается более чем. И проблема на Виджуниору в том, что пока что два девайсных подряд выглядели очень однокалиточно. И фишка в том, что им-то надо, им необходимо прям серию взять, ну, раундов, хотя бы раунда три, я не знаю, подряд, чтобы немного сокрушить экономику и играть стало хотя бы немного полегче. Квикс открывается тем временем на банане. Это один из немногих раундов, где Диффенс решил не агрессировать в направлении дуги, соответственно, провести более пассивную разыгровку. При этом по точку я уже господаров, но тайминги ему не благоволят. Именно в момент выхода он отходит, теряет ту самую возможность для убийства, но при этом стакается с тиммейтами. Неплохое укрепление в принципе на... на ребрах получается. Другое дело, что именно в этом раунде шведы угадывают и идут аккуратненько через апартаменты. Причем, господа, вы это уже услышали. На самом деле, под флешки его вот, законтрить, по идее, не составит особых проблем. Ребята, полетели. Десант с 20 игрока ментально подгоняют. Там, конечно, будет размен от Моноси, но какая разница, господа, вновь падает э, ровно с нулем импакта. Бомба будет установлена. И, по-моему, это очередной раунд для Люмикс. Да, в этом раунде прочитали, казалось бы, но пока видно, что на Junior очень тяжело любую из точек принимать, и куда бы ни шли оппоненты, у них все получается. Вообще такое ощущение, что шведы прям могут, ну, огромное количество раундов забрать, и вот этот 6-1-7-1, это такое эфемерное значение, которое в скором времени может превратиться в что-то прям дикое, откуда будет очень тяжело на Виджуниор камбэкать. Ну, насчет Господарова, ребят, я бы на вашем месте не стал бы так критично о нем высказываться. В принципе, он на многих картах себя весьма неплохо показывает. И если вы глянете там ту же статистику на ХЛТВ, в принципе, у парня со статой все неплохо. Другое дело, что, в принципе, карта Инферно, наверное, для Нави Джуниор является далеко не самой лучшей. У этого состава небольшие проблемы с Мапулом. То есть, если вы глянете там статистику, там очень мало карт, которые достойно играют Нави Джуниор. Их достаточно малое количество. И когда они встречаются с неудобным соперником по мапам, то мы видим, что происходит. Лил Микс пикают для себя Инферно, которые они играют хорошо, Нави Джуниор играют плохо. Далее идет пик вот Нави Джуниор, которые неплохо играют шведы. И вдруг, если повезет Нави, они возьмут вторую, будет третья мапа, которую тоже шведы играют хорошо. И тут банально по картам, конечно, есть у Лил Микс некое преимущество. Но, тем не менее, снайперская винтовка от Бода Мастера. Посмотрим, как в атаке он будет себя показывать. По идее, с учетом того, что Господаров пока что свою игру не совсем может найти, его можно врубать, вывозить на какие-то снайперские дуэли и так далее. При этом банан раскидали но пропустили Квикса. И на самом деле это проблема, потому что он за стенкой выжидает того самого тайминга. Флешка полетела, одного сбивает, дальше знает, где топо находится. И его тоже должен уничтожать, немного дамажа не хватает. Но в другом любом случае туда прилетит Молик. И да неужели он выживет? Да ладно, там пистолет в руке. Буду мастер, понимает, что оппонент где-то рядом. Граната полетела. И в ответ флешка, которая работает удачно. И топа слуху по наказывает еще одного соперника. Замечательная работа от Нави Джуниор. При том, что их поймали вроде как на дистайминге. Все равно свой импакт несли. Тут еще и Моноси пришел. Разобрался с BQ, и мы видим, что смена позиций от Моноси и Господарова явно принесла свои плоды. И далее Свет плюс Исаак. Попытаются этот раунд как-то перевернуть в ситуации 2 в 4. Есть один из оппонентов на 15. Если его забрить, то в теории допушить там с двух сторон того же бита будет более чем возможно. Но вот если отправиться на Бэплэн, то там все грустно совсем. Во-первых, тут много гранат. То есть как только Лилмикс подойдут, их закидают смоками банально. Ну и в дальнейшем позиции, которые в любом случае должны играть против... Э, вернее, под размены. И тут э, надежда на то, что топа будет промахиваться неплохо. Кстати говоря, его прошли. Но далее Капача за смоком. Его позиция, по идее, оппонентов может удивить. Да ладно, его прострелами забирает Свет. Вот это жесть. Ну и в дальнейшем ситуация 2 в 2. И предстоит крайне тяжелый ретейк на этот раз для Нави Джуниора. Это идеальная позиция. Вырубает еще и Моноси. И по итогу все игроки Нави Джуниор по точке Б пали. Хотя только что, казалось бы, были в большинстве.

Ну и в дальнейшем бит попытается потащить этот нетащибельный просто ретейк. Надо выходить, убивать быстро оппонента за гробами, соответственно, и потом вывозить дуэль один на один. Но он понимает, что времени слишком мало осталось, и тут такая дилемма, идти ли мне на сейф, хотя только что Нави Джуниор были в ситуации 4 в 2. И казалось бы, пройти на базу Б практически невозможно, но одного вырубают префайром, другого прошивают через смоки, и в дальнейшем хорошая позиция от Свера приносит седьмой раунд для Люмикс. И мы видим, что даже меньшинство тотальное для этой команды пока что не вызывает особых проблем. Это ну, матч онлайн, если что. Отвечая на вопросы с чата, да, матч в онлайне Сейчас, в принципе, по ланам очень тяжело То есть за счет коронавируса, за счет того, что, в принципе Ну, вообще, в целом, турнир такого уровня Там на турнира меньше, чем на 50 тысяч долларов Они обычно в онлайне-то и проводятся Очень редко, это какие-то региональные турики в основном Там в той же Польше можно увидеть, где призовой там 20-25 тысяч долларов И он проходит действительно на лане Тут все в онлайн формате. Я думаю, это более чем выгодно и для Navid Junior, и для Lilmix, потому что опыта у них, ну, не так много, так скажем, будучи он уже на крупной сцене, допустим. Неплохие размены. Там, конечно, Navid Junior удалили оппонентам в мидле, но э, это не проблема, потому что да, размен вроде 2 в 2, вы, забр... вы заберете девайсы, скорее всего, но Квик с одним минусом полностью нивелировал базу Б. Зазывает сюда тиммейтов, соответственно, поэтому бомба будет установлена. И в дальнейшем ни на какой ретейк, по идее, надеяться нельзя, если бит, конечно, не найдет здесь. Минус ему тоже не повезет прострелами через смоки. Там, допустим, Исак каленый, либо можно вырубить Квикса. Но у него, конечно, угол просто шедевральный. Сбитым он должен был справляться, но по стрельбе совершенно не полетело. И в дальнейшем ситуации 2 в 3. Теперь уже тягость для лилмекс. Этот раунд тащить позиции, в принципе, одиночные. То есть, Исак тут будет явно играть на бомбу. Будамастер будет пытаться избрать такой угол, чтобы убить двоих, наверное, соперников. Смоком закрывается банан, летит зажигательно не туда. Кстати говоря, но бодамастера тем временем должны все-таки прочитать. Киты, кстати говоря, имеют. Hvala. мастером под хорошим углом. Оппонента заберет дальше с двойной пик и справляется также с Капачи. А далее выходят тиммейты. В любом случае бит уже ни на какой ретейк не выйдет. И опять же максимально близкий раунд, казалось бы, от Нави Джуниор не приносит абсолютно никаких плодов. Кто-то может сказать, ну каждый раунд плотный, классный, ну и что? У uh, в любом случае очень много денег. И то, что Навид Джуниор, казалось бы, держит экономику в тонусе, это вот прям совершенно не работает за счет того, что шведы уже забрали ог огромный винстрик, нафармили много денег и Нави Джуниор уже не просто коцать экономику врага, и им нужно прям доминировать действительно на этой мапе, начинать забирать серии раундов, иначе будет крайне-крайне тяжело. А вот где всегда легко, так это на Сайбербете, друзья, где вы можете не просто делать ставки по классным коэффициентам, которые я время от времени для вас увожу, имеется возможность также получения бонуса к вашему депозиту в виде 100%, соответственно, поэтому я считаю, такой бонус можно и не терять, и залететь, и поставить, допустим, на следующую карту, почему бы и нет. Ну и в дальнейшем Лил направляется в мидл. Отпускает опять же банан. Дугу метова на инферно перезанимает на более позднем тайминге со стороны атаки обычно. Потому как защита туда тратит много зажигательных гранат, много ресурсов. Ну, вы сами видите, то есть на вид сюда вложились, так вложились. А атака потом под пару флешек. И условно один молик все это дело может перезахватить. И условно там ваши траты просто пойдут в никуда. Особенно с учетом того, что вот такие позиции вот Капачи, они крайне опасные. Он свой смог рано или поздно потратит, и его позицию можно без проблем будет выкурить. Все, вы лишь одним моликом. Но пока что гранаты есть у нашей СНГ команды, соответственно, зонят все близлежащие позиции. То поиграть на чек, флешка полетела, но копач это не в бланде, свой минус он также найдет. Ну и далее смоком закроется, и в итоге такой не самый лучший выход от Лилмикс, обеспечил большинство для Нави Джуниор. И в дальнейшем на точке А, в принципе, неплохие позиции. Тут есть бит, который сыграет от смока, у него есть Моноси за спиной, соответственно, ну и Господаров решил свапнуться, и раз не идет СВП ВП, попытается сыграть с кальта С кальтом Соответственно, ну и пока что монстр плюс бит по минусу дали. Далее, господаров батит на себя. Буду мастера вырывает. И по последнему бикью есть информация. Ну... Во-первых, огромные молодцы на вид джуниоров, что решили поменяться девайсами. Это на самом деле стоит это стоит иметь характер, на самом деле, чтобы вот, будучи снайпером, подарить свой основной девайс тиммейту и откатать в роли рифлера, когда ты понимаешь, что ну просто игра не идет. в итоге, господаров, что? Даблкил, опять же, с АВП, если продолжал катать, это бы, ну, я думаю, привело бы команду к еще большим поражениям в раунде. А так он берет калаш в руки, у Монаси летит с АВП, почему нет? Он является вторым снайпером и, как мы видим... Эта смена приводит на Junior ко второму раунду, но, как я говорил ранее, на этом останавливаться ни в коем случае нельзя. все так же агрессивно играет в апартаментах. И, тем не менее, шведы здесь ну, за апартаменты воюют 24 на 7 на раннем тайминге. А посему Нави Джуниор стоит играть поаккуратнее. Но при этом, при всем, можно какое-нибудь укрепление придумать условное. То есть два игрока на балконе, один из них с ВП, другой рифлер. Просто отвернуться от флешки, выйти, пикнуть и забрать, допустим, какой-нибудь наглого сфера, который очень часто сюда один заходит. При этом на банане тоже идет агрессия. Моноси прогоняет отсюда. Да ладно, Моноси идет на репик и очень неплохо получается. Он причем пошел на репик, будучи в блайнде, еще от флешки. Оппонента, но тут же вышел из нее. Прилетел флеш тиммейта, легчайший минус по Квиксу. И который раунд подряд. На ведь, джуниор начинает в большинстве. Неплохая заявочка, осталось только грамотно ее доиграть. Очень классно, то что после энтри на вид джуниор не лезут куда-то вперед, понимая, что не и так в большинстве. И играют в более пазив, в пассивных поинтах. Другое дело, что господаров почему-то не ждал, что 20 уже прошли. И в дальнейшем битве здесь остался один. тиммейты по идее, без проблем должны отзонить с маками, и от него в этом раунде зависит абсолютно все. Дистанта не будут, но в сайт просочились. Там попытка помочь от Капачи. Неплохо в сайт свой минус не нашел. Но, тем не менее, Борис последний опорник. Но биты всего лишь на один минус здесь хватает. И, опять же, вот Na'Vi Junior вроде были в большинстве. Но за счет того, что где-то не читают тайминги. Где-то не так хорошо понимают карту. сейчас, допустим, Господаров просто банально не ожидал, что оппоненты будут двигаться с 20, уже так близко здесь окажутся, и тут то ли дезинфат тиммейтов, то ли думал, что тиммейт сам контролит, решил не смотреть в том направлении, в итоге подставился и потерял очередной раунд, причем в таком достаточно очевидном моменте, который явно бы множество игроков на карте Инферно не допустили. 9-2, мне девятки раундов уже, в принципе, может быть достаточно, но с учетом того, что это только начало, мне кажется, что шведы зацепятся и еще более доминантную серию для себя могут забрать здесь. Не знаю, последний раз я видел самую доминантную серию, когда команда взяла, по-моему, 12 раундов. За атаку на Инферно это было 12-3. И потом, естественно, без проблем они все это дело довели до победные. Тут, в принципе, похоже, результат более чем может быть. Но решили смотрите, как бы и Моно себе за ВП не оставляет, и гисподарусная винтовку дать. Это забавно, причем Моноси по респе бежит. Опять же на банан. Готов пикать у хороший шашлычок Сносит каких-то моментально. Он тут же от света размен. И пока что вроде как банан отжали, и все неплохо у шведов. Но не будем забывать про то, что один из игроков остался каленным, туда прилетают хаешки. И пока что все очень неплохо наверное Джуниор. Да, они, казалось бы, на базе Б вдвоем. Но в принципе, за счет таких позиций, то есть, я думаю, с буста тут копач один минус должен находить. У топа тоже неплохая позиционка. И в принципе принимать они должны, с учетом того, что тиммейты собирают инфу также с мидла и потихонечку начинают понимать, что это, скорее всего, выход на базу Б. У Лимон много гранат. Буду мастер у вас решили дать Явик в руки, чтобы нивелировать количество здоровья. Ну, это в дальнейшем под... Хорошие флешки будут врываться. А Молик полетел моментально. Есть двойный пик. Приносит копач один минус. Ну, далее серия разменов. И я не знаю, как они это делают. Но из раунда в раунд. Из тяжелых ситуаций. Шведы выбираются. И просто из ситуации... Изначально 2 в 4. Теперь из ситуации 4 в 5. Вернее, 4 в 4, где у вас каленый игрок. Они врываются на точку и легким образом ее отжимают. Но при этом какие биты все остались. И очень бы хотелось пойти на этот ретейк. Потому что есть информация явно, что каленый буду мастер. И, и Сак не в дальнейшем бит уже направляется. Я так понимаю, будет ждать флешка от тиммейта. Господар уже их приготовил. Свет шумовая полетела. Пик отбито, Ничего абсолютно не приносит. А вот зажигательный можно и допустим, и добить. Плюс, господа, включается. Есть минус по свету. И в дальнейшем выход на смотрится весьма перспективно. И также падает. И буду мастер будет играть чисто на бомбу. Он его закрывает моментально с Игрок садится на деф, то понимает, что времени слишком мало. Китов не было. Раунд будет взять коллектива в Люмикс. Конечно, с потерями, но опять же, денег хватит в любом случае до конца первой половины. А пятикратное преимущество они уже захватили. Просто бешеные какие-то сегодня шведы, серьезно. Насчет касаемо индивидуальной игры, тимплея, грамотных сдвоенных выходов, у них все вообще отлично, и пока что, ну, работа просто замечательная. Ну, а на ведь Junior, такое ощущение, что многое делают правильно, и в рамках ранних таймингов, то есть мы видим, он находит энтри да, и у Моноси стата жесткая. Бит не раз нам показывал, как он энтри может находить там где-то под апартаментами, но при этом, при всем, мы видим, что для шведов это вовсе не проблема. И теряя одного игрока, они тут же возвращают себе преимущество уже в момент выхода на зонеру также Господарова, пикную точку А у него я то не получится, так и Na'Vi Junior, конечно, отжали банан, но огромное количество гранат здесь потратили, что для Люмикс более чем выгодно, потому что они этого ожидают и особо никуда не спешат. Быстрый раунд а они уже разыгрывали, сейчас решили немного похолодить и отыграть что-то такое медленное, дисциплинированное, чисто такой европейский counter так скажем. Ну, в дальнейшем уже занимает 15. Смоком прогоняет Капача. На ребрах никого абсолютно не оставили. Соответственно, можно сюда слетать. Причем агрессивно действует Исак. Чуть было опять и не накрыл. Да ладно, но Монси дал размены. Сетап в две снайперские винтовки на точке А. Смотрится пока что очень опасно. СВД также пробили. И вот теперь крайне рисковая ситуация от Нави Джуниор. Вернее, от Лилмикс. Если они сейчас пойдут до конца всю эту ситуевину давить, то тут как бы бита. Очень неплохая позиция. Два игрока в сайте. И как бы выкурить Моноси здесь будет далеко не так просто. Ну, естественно, главной задачей здесь будет пройти биты, который сам открывается. Есть первый минус, второго также пробывает. И только после этого размен от Би-Кью, но это двукратное преимущество по живой силе от Нави Джуниор. Хорошая позиционка, есть банан под контролем. Ну и посему выйти как-то Лилмикс будет очень-очень тяжело. Но 2 в 4 уже эти парни выигрывали. Сейчас открытие от Капачи непонятно зачем. Он теряет моментально свою жизнь. И ситуация 2 в 3, где, в принципе, может быть еще и переворот, с учетом того, что выход на базу Б. И тут нужно разобраться с одним топой. И если его убить, то спокойный проход на базу Б плента, и мы видим, как тяжело на вид зачастую базу бой ретейкать. Но то слышит смог, понимает, что оппоненты будут лететь. Времени так много, пытается сыграть на тайминге. Бац, минус БиКью. И в дальнейшем под флешку просто отзонит оппонента. Если тот будет ставить бомбу, то топа выйдет и расстреляет его без каких-либо проблем. Все-таки третий для Навид Джуниор. И, в принципе, если раундов 5 возьмут, то на какой-то микро камбэк микро шансы будут, но у них слишком мало раундов осталось. То есть при таких тенденциях, сколько раундов они забирали вообще в ноль? абсолютно, то есть ничего не теряя. И сейчас осталось 6 до победы. У меня ощущение, на самом деле, что шведы эту карту заберут, и мы пойдем смотреть уже, скорее всего, даст, uh, на котором шансов, я думаю, у Нави будет явно побольше. Ну, там как бы есть и Моноси, который весьма опытный на Дасте, потому что он уже и с Хучом поиграл, и в Нави янка и в Нави Джуниор, и в еще каком-то составе старом добром, uh, который еще на Циспро лиги отыгрывал давным-давно. Было бы неплохо на это посмотреть, но пока что смотрим на гибель топы, на смерти Бикью. И это все знаменует и честное преимущество для Лилмикса. Тут еще и Свет, просто бокс маков сегодня, я не знаю. Просто одного прошил, второго прошил. Сколько фрагов он через эти дымовые завесы дает, так еще и вантап. Залепляет пока патча, по всему точку А свободно можно спокойно заходить туда. И надеяться на взятие четвертого раунда на Джуниор в этом конкретно не приходится. Тут уже максимум 4.11 будет счет, так как этот раунд легко берут. И пока что мы видим, что у Нави Джуниор... Junior не то чтобы поплава, просто на карте они, конечно, смотрят... Смотрится намного интереснее, нежели на Junior, где парням действительно тяжело, и пока что видно, что... Ну, карта далеко не их какая-то перспектив, далеко не самая их перспективная мапа, то есть там есть Даст какой-то, Миражик условный, который они катают время от времени, Ну, Инферно это прям совершенно не то. При этом господа Раф засейвится на винтовку, и в следующем раунде от этого явно будет какой-то импакт, если пойти на раннем тайминге, попытаться нивелировать преимущество оппонента по девайсам, найти какой-нибудь энтри на банане, ну и по сейву тут все неплохо. Твикс на тебя сам открывается, свет по идее никак не успевает, однако это один раунд, и тут сейви не сейви, в любом случае такое ощущение, что уже идет речь не об экономике совершенно, а касаемо конкретно раундов, в которых у на вид junior последние 2-3 девайсных совершенно ничего не получается, как, в принципе, было и начало. То есть пока вот из всех раундов на вид взяли один экономический, в котором угадали, ну и два девайсных, по сути, кое-где там, и, естественно, это далеко не тот показатель, с которым ты хочешь заканчивать первую половину. Чей пик. Это пил пик коллектива Lilmix, как раз таки. Да, для себя взяли вид Джуниор, если что. И вообще, в чатике там, как бы, команда сказать на знак пик, если что. К вашим услугам можете всегда прописывать на всех трансляциях нашей студии. И, в принципе, получать информацию для себя. Ну и ХЛТВ, естественно, как бы. Вашим услугам, почему нет. Господаров нашел энтри, как я его и просил. Оу, какие тайминги! Тут, конечно, топа спас тиммейта, капачи мог бы и подставиться. И при этом это мемное начало раунда свидетельствует о том, что на Виджору Ниора остались в преимуществе, причем достаточно серьезно. 5 на 3, 2 в 4 уже проигрывали, поэтому лучше немного в этом раунде похалдить, отойти, возможно, в более глубокие диффенс и не подставляться. Но опять же, для Лилмикс мы с вами прекрасно помним, насколько легко иногда вскрываются пленты. Мы помним, как было два опорника, они в большинстве, в итоге два игрока развалили просто две кабины абсолютно моментально. И только на это в этом раунде приходится надеяться для Свера и Буда Мастера, так и они остались всего лишь вдвоем, и именно на базу Б и направляются. К ним моментально будет смещаться Моноси в случае раскидки а, базы Б. У него там и гранатки есть, чтобы тиммейтам хлопануть в случае чего. Поэтому здесь не обязательно на вид Джуниор прям железно принимать и если, допустим, кто-нибудь один из игроков погибнет, а другой немного поживет, то можно будет подождать Моносе, когда он накинет гранаты. Но, скорее всего, будет намного-намного проще. Тут хороший угол от Копача. Прекрасно понимает, что оппоненты будут выходить. И даже если забрали бы его, тут же бы развернулся топа с двойки и наказал бы Звезови. А почему Будомастер будет погибать? И как забавно, что на Джуниор всю первую половину раунда совершенно не давались. И конкретно последний раунд, когда, казалось бы, шансов на камбэк уже не так много, они берут 5 в 0 весьма легко, абсолютно без потерь. О, у нас еще и аункер в чате, ничего себе. Ну что там, аункер, где, как? Когда мы тебя сможем увидеть? Мы как-то видели тебя со снайперской винтовки и на вертигой. Это было... Это было интересно. По статистике пока что битмоноси. Ну, в принципе, дефолт. И Свет плюс Исак, в принципе, тоже на первых местах у противоположной команды. Не сказать, что кто-то прям не включается, да, там у Капачи малое количество телов, но я более чем уверен, что он саппортит тиммейтам зачастую там гранатами, тоже свой импакт вносит. Вопрос к смене сторон, и вообще такой счет, он ни в коем случае прям не обрекает команду на фулл поражение, то есть, естественно, мы, возможно, увидим от Нави Джуниора классную атаку, но если они проиграют пистолетку, то на этом, скорее всего, карта закончится, и мы полетим уже даст условно смотреть. Тогда скорейшего выздоровления Унтеру можно на части типа, пожелать, правильно? Сердечек там всяких накидайте, всякого такого. Было бы неплохо. Ну а тут Нави Джуниор тем временем начинает свою пистолетку. Причем в три саппорта, что немало интересно. Дропнули господарову, причем Питу 50, интересно. Я как-то привык, что Моноси обычно какого-нибудь дают, словно P250 здесь дали господарову, который бы не сказать, что прям игра идеально сегодня складывается. Тем не менее, на банане энтри также не нашли. Ну и Лилмексиц чувствует тайминги, открывается на банан, правда, пули с голока даже на дальней дистанции, очень мощно иногда залетают. И в дальнейшем будет выход на базу Б. Причем смоков много, тут можно от зоны it и получается гробы. И в дальнейшем, ну, то есть задача на вид просто пройти, поставить бомбу. И там, даже если они в меньшинстве окажутся, смогут смоками просто вечно зоне своих оппонентов. Другое дело, что для шведов тут целое укрепление. О, тут еще и бус носите, боже мой. Но позиционка просто великолепна от «Люмикс», по идее, они такой их выход должны изи принимать. Квикс уже дал свой фраг, и также подключается. И Нави Джуниор как бы понимает, что дело пахнет керосином, но другое дело, что пока не будут смещаться под точку А, туда уже стянется и БК, и его тиммейт, соответственно, и 3 на 3 сражение на точке А будет полностью нивелировано силами дефенса, соответственно. У СВД шикарная позиция, она если будет прочекана, то наиболее, на наиболее поздним тайминге, да и Будамастер открывается, Свет также, и в итоге раунд легкий для Люмикс, это тиммейс, 12-4. И, пожалуй, если не следующий форс, условно, тиродевайс на раунд от Navi Junior, то эту карту они уже проигрывают с вероятностью 100%. Да, ребят, насчет того, что действительно кто-то... Просто я эту тему очень часто в чате поднимаю. Очень многие люди там пишут и винят команды за то, что они где-то там не доигрывают, где-то что-то делают не так. Но надо понимать, что в основном эти люди горят именно со своей ставки, из того, что они проигрывают деньги. Но вас же... Вам команда ничем не обязана, вам надо это понимать. Это раз. А во-вторых, тут нету такого... Знаете, мне тоже... Меня иногда раздражает, когда фаворит, допустим, прям фаворит в матче, показывает себя не лучшим образом, потому что турнир, допустим, не в приоритете. Мне такое, честно говоря, смотреть бывает даже противно. Серьезно, когда, знаете, команда там, ну прям На них кэф 1 и 1 Все считают, ну все, это изи фавориты А им плевать на турнир, грубо говоря И они показывают себя очень-очень недостойно Вот, то есть прям играют очень-очень плохо Это да, но тут на вид джуниор, неудобная мапа И как бы обвинять команду в том, что что-то не получается Ну такое ну, понятное дело. Плюс, опять же, надо понимать, что навид Джуниор сейчас там он да, пришел, а Ункер условно заболел. То есть это не их костяк, который играет, я не знаю, 24 на 7 каждый день по 8 часов в течение года. Такого нет абсолютно. И те же Lumix, у них стак уже более такой устаканенный, естественно. И у парней, в принципе, нет такого момента, что у них там нестабильность, игроки меняются и так далее. Поэтому наверное, Джуниор более чем можно понять, и я более чем уверен, что на Дасте втором они покажут очень достойную игру, и все люди, которые сейчас пишут и данный состав обвиняют, потом также будут, ну, либо радоваться, либо обвинять уже Люмикс в том, что они где-то не доигрывают. Потому что я более чем уверен, что Даст будет максимально интересным. а на тем временем Будемастер Мастер первым номером Моноси. О, с гранатой в руках. Достал смог. И пока, в принципе, ну там уже даже калаш бы не успел достать. Он даже на свече-то, по сути, не был. В вот, итоге легчайший минус. Трофейный калаш для Мода Мастера. Еще хаишку там по топе можно закинуть. Причем забавно, что шведы занимали дугу вдвоем. То есть, обычно все-таки третьего игрока подзывают. За счет того, что у вас будет больше муриков, больше хаешек, а, тех же флешек, и можно будет всегда на репик условно выйти, если одного из игроков в на раннем тайме не потеряется. А шведы это все делали вдвоем, казалось бы, рисковали, но нашли интрифраг, и далее остаются около цемента, что немало интересно. Ну, Нави Джуниор, по идее, можно с двойным пиком еще и под флешку открыться, было бы идеально, но выходит на контакт, это легчайший фраг для Будемайстера плюс Исака, и, по-моему, Нави Джуниор в этом раунде немного потерялись. Ну, я, конечно, не уверен, но, по-моему, не так надо выходить все-таки на Лилмикс, на Банане. Ну, попытались, не вышло. Но, скорее всего, не ждали, что два оппонента будут вот так агрессивно играть. Возможно, думали, что там один из игроков будет на цементе, выжидает поджима, в дальнейшем ждет флешку от тиммейта. Но тут было все немного иначе. наверное, Джуниор теряет игроков и, по-моему, теряет все шансы нам не взять эту карты, соответственно. Ну, в итоге там теки, какие-то пистолеты. И, в принципе, пожелаем, наверное, Моноси и компании удачи на Next Map. Е. Естественно, потому что тут уже не до камбэка, к сожалению. Причем КФ такие, конечно, подскочили достаточно сильные на Cyberbet, если посмотреть. До этого коэффициентики там были плюс-минус равные. Даже где-то выделяли как фаворита. То сейчас это абсолютно не так. И Lumix тут уже будут, естественно, свой фаворитизм чувствовать. Притом, при том, при всем, надо понимать, что следующие две мапы для них тоже весьма неплохие. То есть у них по статистике на Dust неплохой вин они часто эту карту катают и на Вертига, в случае чего действительно будут опции. Но, честно говоря, я бы очень хотел в этом противостоянии все три карты посмотреть. Ну, а пока что вырыв, кстати говоря, на Текнайны. Чего не ожидал, видимо, Свет. Залетел ему даже, будучи в блайнде от оппонентов. Ну, и далее от Бикью приемочка. Несинхронный выход немного получился. Легче же, вот ее легчайший трипл килл. Гизбадарова также здесь закроют. Квадра для Бикью. 15-4. Ну, и надо понимать, что 11 раундов подряд на Эйджуниор от Камбэчить никак не сумеют. Хотя я недавно совсем смотрел матч, не вспомню, что была за команда, но там тоже счет 15-4. Я такой: да тут шансов нет. И они начинают камбэк и доводят, по-моему, там до 15-13 или около того и сливают пистолетом, чтобы вы понимали. Ну, это такая классика жанра условно. Это такой вот типичный, знаете, СНГ-камбэк, когда уже вот все нельзя уже просто-напросто вернуться. И именно в этот момент ребята действительно начинают действовать и весьма неплохо себя показывать. О! Вот это квыкс, конечно, полетел просто. Не знаю, на каком-то гидроскейте такое ощущение, знаете. Волной просто занесло парня. В итоге попытался пикнуть с мидл, никого там не нашел. Но зато на банане, возможно, будут найдены оппоненты от Мона. Семь Бодомастер он моментально наказал. Исаак тут же сыграл на размене. И стянулся назад. Терять ему здесь нечего. В принципе, поэтому пойдет еще на один репик. Ну, как бы терять есть что. Но надо понимать, что когда ты ведешь с таким счетом, можно уже где-то и поагрессивничать, и где-то момент дисциплины упустить. И естественно почувствовать себя наиболее комфортно. Пикат Сака. Моментальная флешка. Идеально все получилось. То есть, там именно в тот момент, когда господаров подбирал бомбу и возвращался назад сделался шумовая. По таймингам все шикарно, и, в принципе, надо понимать, что мастера компания Карту до Инферно отыграли прям хорошо. То есть по хорошим, классным лекалам сыграли первую половину, а именно старт. Ну и в дальнейшем никаких проблем не составило, соответственно, эту мапу и достащить. У нас тут плюс контент в один момент подъехал, конечно, но ну да ладно вот, Лаги Гол ТВ, я думаю, вам не надо да, сообщать, что именно они означают, но тем не менее, обид последний при выходе на базу Б, скорее всего, столкнется с одним из непроходимых соперников в лице Бикью. Беда открывается, падает это 16-4. И действительно в четырехкратном преимуществе весьма легко шведы свой пик забирают. Но далее карты DDS2, где явно у моносей компании шансов будет побольше. Поэтому давайте сердечки, щиты в чат. Действительно поддержим данную команду и будем надеяться, что на второй мапе у ребят, ну, по крайней мере, удастся показать достойную борьбу. А возможно победить. И тогда мы вообще мапу Вертига посмотрим, что для меня было бы огромным облегчением. С учетом того, что карта, мне кажется, максимально интересная в этом противостоянии для обеих команд. Ну и не забывайте также залетать на Сайбербет, где есть замечательная возможность сделать ставки и получать бонус на депозит в виде сотки процентов. Ну и также команда восклицательный знак кастер. Сможете прописывать, если вдруг вам комментирование нравится. Там есть все мои соцсети, которые вы можете посетить, соответственно, подписаться, кому нравится и так далее. Но сейчас небольшая реклама на музыкальная пауза, буквально 5-10 минут, и полетим на карту по номерам 2. Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town